Так вот убирают в Германии. Такая красота. Сейчас дядька достанет шампунь и будет это все мыться шампунем для асфальта. Потому что вчера, позавчера, тут немножко, видите, вот ребята, немцы, не этнические, немножко тут помусорили. Вот им привезли нормальные тут, как говорится, диванчики, лавочки новые. Это ровно, даже неделя не прошла еще. Расставили их красиво с этими пальмочками. Вот, и посмотрите, что они сделали с ними. Что они с ними сделали. Видите, 14.06. Что они с ними сделали ровно там за несколько дней. Вот, а вы говорите, порядок в Германии. Да, порядок был 5 лет назад. А сейчас вот такое вот непонятно что. Пучки он валяется. Сейчас, конечно, эти ребята все уберут, но просто свинство, смотрите. Было чистенько, все красивенько. Вот. Ребята поехали подметать, сейчас развернутся и будут убирать за этими оленями срач. Ребята, не мусорьте, и будет чисто.